Yes. No. Sex. I don't know. Она в писку попиздовала прямым путем. Целомудренная девушка, хули, блядь. А так девушка красивая, пусть в актрисе идет ко мне, играть будет у меня в кино. Просто роли. Понятно. Не, ну сексом может заниматься кто угодно, если он этого хочет, но просто зачем потом это показывать на всеобщее обозрение со словами, типа, прям меня изнасиловали. Ну, короче... Господи, боже мой! У меня язык заплетается, я не могу ничего сказать. Думаю, всех уже заебала эта тема с Дианой Шкурыгиной. Шкурыгина. Я что хочу сказать? Мне очень сильно надоела Диана. Мне очень сильно надоело «Пусть говорят». Я просто хочу, чтобы все это наконец уже закончилось. Тебя никто не слушает, тебя все хейтят. Посмотрел сейчас вторую часть про Шурыгину. Ебать. У нее не просто мамаша припиженная, она просто ебнутая. Я, блядь, таких семейок нахуй еще не видел. Это просто, блядь, шкварка. Вы понимаете, что это все сраное шоу. Продолжает жить нормальной просто жизнью. Хуй ты ей будешь жить, пока, сука, человек в тюрьме сидит. Есть отличная русская пословица. Пьяная баба пизде не хозяйка. На заметочку многим. Нет никакой Дианы Шурыгина. Это все иллюзия. Это все история, созданная Первым каналом. Обычная девочка, которая ведет себя крайне развязно, крайне развратно. Бля, ненавижу вот таких блядей, вот бесстыжих, которые пацану жизнь испортила, блядь. И теперь пытается на этом деньги еще заработать. Мне кажется, точно, по сути ее поведению в данной тусовке, она реально ставила две бутылки на донышке. Шурыгина Диана, она по-любому под первым. Серега соблазнила тверком. Но она словила большой хайп на этом. Она ютуб, она там что-то говорит о себе. Угу. В глубине ее вагины, наверное. Ну, короче, плохая девочка. Ну, а кто же тебя изнасиловал, в конце концов? Изнасиловал? Ну да, тебя ведь насиловали? Да, изнасиловали. И какой бзик у нее случится здесь после близости с вами, никто не знает. Но у нее фамилия как Шурыгина, типа Шурыгай. Шмарыгина. Шмарыгина, ну или с рвотой что-то связано. Но этой суки мемов будет маловато. Плохо, у нее голос еще такой хуёвый, хочется просто, короче, член ей в рот. Все, кто появляется в ее орбите на расстоянии 2 метров, становятся не менее популярными.